Нетрудно догадаться, что трудились на пилораме, как говорится, незадорого азиатские гастарбайтеры. Вот они-то и сгорели. Двое насмерть, один в больнице с ожогами. Региональное следственное управление занимается этим делом. По данному факту Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области в настоящее время проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователям предстоит установить личности погибших, также причину их смерти и все обстоятельства произошедшего. По одной из версий, причина пожара – это замыкание электропроводки. Стало известно, что рязанский губернатор Олег Ковалев дал поручение руководству регионального управления МЧС установить причины пожара, а также провести внеплановые проверки деревообрабатывающих предприятий региона. Пристально изучать их будут не только огнеборцы, а и работники миграционной службы, чтобы выяснить, насколько законно используется там нелегкий труд мигрантов.